Пляжи Самары официально открылись еще 15 июня, но оставались почти пустыми. Первый месяц лета оказался дождливым, а температура воздуха была ниже климатической нормы. С начала этой недели ситуация изменилась. Горожане потянулись на пляж. Конечно, замечательно. То переживали, что лето такое холодное. Вот, наконец-то, солнце и хорошая погода, и на пляж быстрее. Жители Свердловской области Никита и Анна приехали в Самару тоже за солнцем и теплом. Домой молодые люди уедут с волжским загаром. Тепло, хорошо. Как бы за этим сюда и приехали на самом деле. Отдохнуть, загореть, Волгу посмотреть. Ну, очень жарко по сравнению с климатом, где мы живем. Здесь на порядок жарче. Мы и хотели и на Волге покупаться. Конечно, это прекрасно. Загорать и купаться самарцы и гости областной столицы смогут до конца этой недели. Погода в регионе сохранится сухой и жаркой. До конца текущей недели в Самарской области у нас сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного атмосферного давления у поверхности Земли. В средней тропосфере у нас будет наблюдаться южный вынос воздушных масс, поэтому температура воздуха в дневные часы с каждым днем будет повышаться. И к концу недели она будет значительно превышать 30-градусную отметку, а в отдельных районах превышать и 35-градусную даже. Какая погода ждет Самару на следующей неделе, сказать пока нельзя. Синоптики делают прогнозы только на ближайшие 3 дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.